Всех приветствую на данном канале. С вами Лесоруб. Вчера на работе не были, сегодня вот приехали, немножко так вырезали тут. Я общаться на этой пасеке, а Максим уже на той. Ту последнюю вырезана была уже. Сейчас вам покажем, как нужно сухостойвали. Сейчас несколько штук тут свалим. Вау, все получится. Если все будет хорошо. Вот. Я заметил, что вы это не набрали там 100 лайков. Давайте на этом видео все добьем. 50 лайков будет. Заснимем уже видео. Ну, я там рассказывал то, что палочная лопатка, клинком, костером. Что еще хотел вам сказать? Можете поддержать канал донатом. Вот один из зрителей. Зрителей написал то, что вот почему тебе бы сделать так, что ну донат на каску, вот это то через пару лет будешь уханимым. Ну, я подумал, нормальная такая идея, если что, будет ссылка в описании либо закреплена в комментарии. Вот, а сейчас покажем весь процесс лавки. Ну что, Коля, я буду кушать сам. Ты снимай, а кушать там потолкаю.
скажет Дима. Утемненная, бля. Дима. Где? Что там? Фокус? Ну, фокус. Все, все нормально. А? Спрашивает, зачем я столько навалял? Для видео! Контент! Контент! Скажи, Коля, пеньки все. Такая красота везде. Все идеально. Чуть не пухли. Все хорошо. Хотя очень здорово. Сколько там? Раз, два, три. 4, 5, 6, 7 штук. А! Коля передает вам привет. Николай тот, который предложил сделать для вас видео с валкой. Правильно. С коштером. Свалочная лопата с коньками. БГЛК особенно. А? БГЛК особенно. Чего? БГЛК особенно, блядь. БГЛК? БГЛК. Что такое? Русский государственный технический колледж. Ай! Заебал! Ну что, на этом закончим. Подписывайтесь, ставьте лайки. Давайте здесь на этом канале 40 лайков набьем и снимем для вас уже видео. Там 61 вроде бы. Ой, лайков. 40 забиваем тут. И уже снимем для вас. Желаем про помощь мне на каску. Вот. Ссылочка будет закреплена в комментарии и в этом. Да, в комментарии и в этом. В описании. И всем добра.